скульптурная композиция рядом с собором «Мир и созидание». Какого года? 2012 года. Уже 2012, да? Так, сейчас я вам покажу самое главное. Значит, сначала смотрю сверху. Так, а здесь что-то написано. Суриков, Серов, Врубель, Роден, Майоль, здесь Петр Трубецкой, Голубкин, Коненков. Так, и что такое? Эпоха Возрождения. Так, значит, третья, что ли, какая там у него написана? Твоя. А, Суриков еще, вот там. И портреты. Так. Еще раз, внимание, композиция «Мир и созидание». И вот креатиды, которые держат на себе мир, я так понимаю. Автор нам известен? Автор неизвестен. Автор неизвестен. Так, переходим ко второй креатиде. Это уже... креатид. Не, как они называются-то? Атлант, оказывается. Вот. Вот такое чудо искусства обнаружили. Ну-ка, лицо давай, креатин. Попробуем показать. Вот так. Теперь еще раз удалимся. А, кстати, мы еще с другой стороны не показали и не посмотрели. Так, здесь у нас Матвея Фухина. Речь. Кто? Нет, как я не вижу, кто это. Тотмос. Ой, там где-то... А, здесь же тоже, смотри. Тотмос, а, это уже вообще древний грек. Графитий. Древние пошли люди. Наоборот, Леонардо, Микеланджело. Да, и с той стороны пошли. Да. Ну, конечно, по часовой стрелке надо было идти. А кто еще? Тициан, Рембрандт, Ломоносов. Вот, это первая эпоха Возрождения. А там вторая эпоха Возрождения. Третья уже, скорее всего. Там была третья, вот эта вот эпоха. Вот такое интересное